вышла погулять. Вот такая прекрасная погода в лесу. Немножко, конечно, скользко, потому что вчера же был дождь, был лед. И вот сейчас выпал снег. И я с удовольствием вышла наполниться силой. Сейчас подойду к деревьям, пообнимаю их, буду посылать всем любовь. Очень люблю гулять в своем лесу. Я знаю здесь каждую тропиночку. Живу здесь с 94 года, 28 лет уже. Поэтому, если есть возможность, выходите из дома, гуляйте, благодарите лес, хозяина леса. Посылайте всем любовь и благодарность, и она к вам будет возвращаться в разы больше, чем вы послали. Не жалейте время и сил для этого.